замерзли с треском небеса и с воем ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя красного царя на мои бледные иуды. That's why, you know, I work for United Airlines, and this is my, it's like, sand job. Yeah. Just is, I like it because it's extra money, and you do whatever we want. Just yeah. That moment, it's bugging me, because it's, I know what I do perfect, because it's, plus it's, I work in an airport. You know, to not fit for me, ambition, it's other thing, is I cannot favor, I cannot, it's, and when people do that, I'm still upset. No. In October, next couple of weeks, is behind me, it's about 50 people. Me and a couple behind me. I'm like, when I was under there. Yeah, that's why I try to balance it, you know, like the 7-7 up there, I have that one, plus I have my janitorial, small company, it's for janitorial. Like I said, it's just try to. Yeah, like I said, it's my door people, I try to keep it. I'm working, I'm current on the Alaska Airline. I'm working for United, my green business and that. You know, better to do little small things, because if it's once something's happening in one spot, you still have balance. Thank you very much, enjoy. Здорово, билет что ли приносишь? А, да ладно. Ты. Не, обожди, мне супер было интересно твой конверсейшн, потому что я сам имею билеты на 4 октября. Вот думаю, переносить или не переносить. У меня тоже на United Airlines, кстати говоря. Куда тебе билеты? У вас? Давай на ты. Ну мы с тобой давно на ты. Ну куда? У меня в Москву. Да, я уже просто иногда путаюсь. Ну, по United Airlines конкретно у меня в Лондон билеты. Сейчас я знаю, отсюда летают, блин, через Турцию. Короче, 2-3-4 пересадки делают. Напрямую не летают. Напрямую через Лондон. Нет. Нет, через Лондон летают и через Швейцарию летают. Через Европу две точки. Я говорю, через Европу сейчас не летают, через Турцию. Отсюда оттуда все улетали. Ближайшие месяцы. Ну, из Штатов может быть, из Канады летают в Лондон, если объясняю. И причем летают американские компании, в том числе. Ваша United Airlines, у меня билеты на нее. Нет, в Лондон, может, летает, а дальше по Европе, понимаешь? А из Лондона у вас... Нет, а из Лондона и по Европе летают, и в Москву летают. Лондон, он такой хитрый, он перехватил все эти самые, все рейсы. Сейчас многие компании, типа KLM, France, летают из Лондона в Москву, потому что, типа, пока Европа закрыта для России, а Лондон открыт. Слушай, а что ты сейчас собрался? Я собирался, вообще-то у меня был на апрель, я перенес на ноябрь, на октябрь. У меня билеты были на апрель. Я перенес на октябрь. Сейчас еще лететь? Не, ну сейчас в Россию нормально лететь. Там они обязывают просто в 3 дня сделать это самое, значит, тест, либо привести тест. Уже прошедший здесь. Ну, я посмотрим. Ну, самое главное, возвращение. Сейчас по возвращении в Канаду обязывают сидеть на карантине 14 дней. Ну, я надеюсь, что я если в ноябре буду возвращаться, возможно, уже это отменят, а может, и мне первый мая. Ты самое главное, там прививку не вздумай сделать в России. Ну, я не собираюсь прививку. Я вообще такое впечатление, что я его перенес уже.
по симптомам. Где-то в марте или не, в феврале даже. А ты можешь проверить по этому. Ну это видишь, что надо этот. Ну это на антитела можно, но этот, я не знаю, он же дорогой тест. Это тест на да, нет, он бесплатный. А на антитела он дорогой тест. По-моему, 140 баксов стоит. Да я там, я это, у нас. Концерт февраля, кстати, тоже у нас тех 6 в компании, у всех один и тот же симптом. Короче, у меня 2 дня температура 39,5 и ничем не сбивается. Потом 3-й день температура 37,1-37,2. И ломота начинается в этот мышцы, когда любое движение слабости вот бросает на ужас. Но я лично температуру никогда не сбиваю. Температура — это организм сам выбирает температуру, чтобы бороться с вирусом. Я вообще говорю, 39,5, вообще она никак не движется. Ну что делать? И это 2 дня, потом вот это летом, вот у нас всех симптом, блин. И после 3-го дня слабость ужасная, и ломотает там где-то еще сильнее кривится. А, и легкий понос. У всех было одно и то же. Жена меня пару дней попоносила, легкая температура была. Короче, там это, все знают, тоже может быть переболела, может быть. Не, ну у меня была 2 дня температура 40, причем вообще первый раз в жизни. У меня никогда в жизни до 40 не поднималась. А это самое, просто я 3 дня, 3 или 4 дня ничего не жрал, просто не лезло в горло, ничего. Только чай и кофе. А симптомы какие были? Ну, температура. Еще. Температура, сухой кашель. Обоняние не терял. Видишь? Самое интересное, что признаки этого могут абсолютно разные у всех. Ну, понятно. Так, слушай, ты же в аэропорту работаешь, да? Да. Ну, у вас там по штатам сейчас летают в обычном режиме или тоже в половину сокращены рейсы? Ну, летаю сейчас, по-моему, 40% потом. Я имею в виду... Ваш доместик любой компании. Доместик, я говорю, доместик летает 40-60%. А, понял. Ну, понятно. Да, и то, заполняем на самолет, максимум, да, еще сейчас не сажают уже 75%, и то, немного рейсов, которые от этого еще половина. То есть летают полупустыми. Ну, понятно. И всегда, но... Понятно. Ну ладно, давай. Ты на работу едешь или с работы? Да я в магазине был. Я сейчас этот. Когда это началось, я начал заниматься деливери. А, понятно. Если так и делать нечего. Время есть свободное. Это. А тем более летом отдыхал, в отпуске вот вернулся, в августе был, если не в отпуске. 12 штатов проехал, этот 6 национальных парков, короче, кружок сделал, 5000 миль, 6500 километров. Понятно. Ну, этот, и как бы, дальше, чтобы лишний карман не залазить, куда даже тех, кто занимаюсь. Понятно. А вообще-то в работу. А дипломы не попадают. Похоже, не попадают. Ну ясно. Ну ладно, давай, успехов. Скажи... Всех благ. А то ко мне тут стучат. Да дурака валяли. Разговаривают. Он так говорит. Почему же тогда в утилитарном государстве, Украина утилитарное государство, правильно? Великобритания утилитарное государство, Германия утилитарное государство,
У них есть один. Харьков русский город. Его сделал украинским Владимиром Ильичем. Пытаясь, как-то, да, Украине, которую он создал, какую-то экономическую поддержку. Не надо испытывать наше терпение. На любой выпад у нас есть достойный ответ, вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горящим головам под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40. Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! С нашистской силой темною, с оранжевой чумой!